Привет! Проверь, хорошо ли ты знаешь первую часть FNAF. В каком году Скотт Коутон сделал FNAF 1? 2010, 2012, 2014, 2015? Правильный ответ – 2014. Кто из животных Фредди Фазбер? Кролик, медведь, крокодил, жираф? Фредди Фазбер – медведь. Как называется пиццерия в игре? Суши-кафе Автона, кофейня аниматроников Бобби, пиццерия Фредди Фазбер, пельменная Билли Хрякова? Это пиццерия Фредди Фазбер. Какой аниматроник стоит в пиратской бухте? Фокси, Фредди, Бонни, Чика? Там стоит Фокси, лис-пират. Какого аниматроника нет во FNAF 1? Фокси, Мангл, Фредди, Чика? А нет Мангл. За кого ты играешь по истории игры? За фармацевта, за охранника, за вора, за бомжа? Ты играешь за охранника. Как зовут охранника? Майкл Джексон, Майкл Джордан, Майкл Шмайкл, Майкл Афтон. Это Майкл Афтон. В какой комнате происходит игра? На складе, в офисе, в классе, в коридоре? В офисе. Сколько дверей в офисе? Одна, три, нет дверей, две. Только две двери. Сколько кнопок расположено возле каждой двери? Две кнопки, без кнопок, одна кнопка, четыре кнопки. Ответ – две кнопки. Открыть-закрыть дверь и свет. До скольки тебе нужно продержаться в каждой ночи? До часу ночи, до 6 утра, до 3 ночи, до 12 дня. Продержись до 6 утра. Что крутится на столе в офисе? Пластинка, вентилятор, кондиционер, пропеллер. Это вентилятор. Что будет, если нажать Фредди Фазберу на нос, изображенному на плакате? Атомный взрыв, выдвинется ящик, гудок клаксона, приедет полиция. Услышишь гудок клаксона. Какая максимальная сложность аниматроников? 10, 20, 15, 30. Двадцать единиц. Кто звонит в начале ночи? Ночной рекламщик, телефонный мошенник, телефонный парень, массовый обзвон. Тебе звонит телефонный парень. О чем говорит телефонный парень? О поведении аниматроника, о смысле жизни, о всякой ерунде, о правилах ремонта. Он объясняет поведение аниматроников данной ночи. Сколько комнат в пиццерии Фредди Фазбер? 12, 13, 14, 15. Всего 13 комнат. Какой аниматроник секретный в игре? Тень Бонни,
Диди, Энда-02, Золотой Фредди, правильный ответ – Золотой Фредди. На какой камере появится лицо Золотого Фредди на плакате? 1А, 1Б, 2Б, 2С. Это камера 2Б. Что изображено на слюнявчике Чики? Давай играть и звездочки. Хочешь кусочек и шарики? Давай поедим и мелкое конфетти. Миру мир и сердечки. Надпись «Давай поедим и мелкое конфетти». Сколько всего ночей в игре FNAF 1? 6, 5, 4, 7. Всего 7 ночей. Какого цвета бабочка у Бонни? Красная, черная, нет бабочки, желтая. Она красная. После пятой ночи какую зарплату ты получишь? $500, $200, $150, $120. Тебе выплатят $120. Из какой комнаты исходит этот голос? Из столовой, из пиратской бухты, со сцены, из коридора. Из пиратской бухты. Сколько времени длится одна ночь? 5 минут, 10 минут, 6 минут и 40 секунд, 4 минуты и 30 секунд. Верный ответ – 4 минуты и 30 секунд. Если ты верно ответил от 5 до 10 вопросов, ты начинающий фнафер, знаешь не очень много, но все в твоих руках. От 10 до 20 правильных ответов ты профессиональный фнафер, но есть куда расти. Если твои ответы были положительны на все 25 вопросов, ты мастер знания FNAF 1. Спасибо за твой интерес.